Доброе утро. Афоня покормил Марсика. Афоня покормил Марсика. Пойди ложите. Ну пойди, положи. Антош, помоги ему, открой навес. Мы, в общем-то, собираемся. Тебе холодно? Вот сейчас вот сколько? 6 утра, да? Да, 6:00. Мы уже вещи собрали, сейчас поедем. Я книгу прочитал, короче. Важная прям вещь, да? Да, читатель. Читатель. Писатель уже. Все, все такие сонные. Сонные. Афонька, Гриша, не беси его. В общем, стоим на переезде, выехали в 6:04 из дома. Я не хочу. Антоша, он пледиком укрылся, ему холодно. Так, сейчас мы это на переезде. Шестичасовая электричка, наверное, сейчас должна идти. Вот она, электричка. Мы на ней ехали. Нет, это мы не на это ехали. В Сочи, да? Ты про Сочи говоришь? Да. Нет, это какая-то вообще древняя. Это коротенькая. Да это вот просто в Краснодар. Мы уже в Тимашовке. Вот это вот вся, по-моему, толпа на Крымский мост. Пробочка такая. С утра пораньше. Доброе утро, бабушка Галя. Кнопа, кнопа. Кнопа. Здрасте. Здравствуйте. Ну, а вот, видишь, вывела. Это уже у вас терпела, утренняя терпела. Прогулка. Я деда. О, тебе деда, давай быстрее. Где деда? В камышеватке. Вы поедете? Пойдем. Пойдем. Нет, мам. В камышеватку? Да не знаю, посмотрим. Пошли, пошли. Пошлите. Давайте сейчас вещи сразу возьмем, ребята. Давай. Пойдемте. Афоня, проходи, проходи. Кнопа вас встречает. Ну, говорю, пойдем, уже выведу тебя. Да. Пойдем. Так, Гриша, вот этот... Или, Антош, ты бери. Гриш, ты тогда синюю сумку бери. Ну, возьмем сумку, Валёвка. Да ты что? Все, пошли, сынуль. Подожди, подержи. Успокоилась. Да нет, это не та книга, которую надо, это. На фоне сразу в ноутбук. 909. Да, сынок? У бабушки спросился. Спросился? И что тебе бабушка сказала? Ну, а что ты не сходил за телефоном? Я тебе сказала, сходи. Ты ж сам не захотел. Погуляй теперь просто с кнопкой. Мультики тебе включить. Вон, возьми мяч, лучше побеги тогда на улицу погуляй. Ну тогда полежи, постани. Так, сходила в душ. Все, сейчас пойдем доготавливать соус с бабушкой Галей. И кушать. Все голодные, проснулись в 5:30 и еще не завтракали. Доехали, кстати, в 9 мы. В 9:04, как раз ровно 3 часа ехали. Но было бы быстрее, мы прям очень долго тянулись за КамАЗом. Я такой обгоняльщик, не решалась. КамАЗы идут 70, дорога плохо просматривалась. Там, конечно, все и меня тоже обгоняли, но я, учитывая, что у меня трое детей, не рисковала. Так, у нас рагу. Это с чем? С курочкой? Или с уточкой. Индейкой. А, с индейкой даже. Да. Класс. Жареные кабачки. Диета. Сержуня, по-моему, тебе жареные кабачки. Ой, кабачки. Баклажанчики не достанутся. Мы их сами съедим. Колбаска, помидорки. Класс. Еще даже с орехами. Да, орехи с чесноком. Класс. Так, вы будете обедать? Да. Ну, пошлите. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Пошли, пошли. Компот. Ну, блин, ну куда? Ну, пошли.
Башке Гали так интересно, украинское телевидение. Интер только ловит, да? А все остальное Россия отключила вам, да? Да. Что, тебе тут эхо нравится, да? Мы же с Афонькой сейчас пойдем на рынок сходим. Знаешь, если мальчики без... А девочкам надо кепки на банане? Конечно, да всем надо, сынок. Тоже не было, что он мне не отдал. Да. Если дождь будет, и глаза и на молния, нам может по головке ударить. Угу. Угу. Пойдем, сейчас что-то будем, да, искать. Ты что хочешь? Глянь, здесь какие-то. Удачи вам. Да потихоньку, что там перешли на арбузе. Что тебе? Подводные. Подводные? Нет, пошли дальше чуть-чуть, пройдем. Это ты с дедушкой зайдешь, хорошо? Да, картины, гляньте, в какую красоту мы зашли. Я, наверное, себе сейчас куплю ленточек. А тебе они все равно не нужны. Не надо. Надо тебе? Надо ебать. Ну, здесь не для тебя, здесь для мамы только. Так, я тут всякой красоты накупила ленточек, вот такие стаканчики. Что? Что ты хочешь? Ты шлепки смотришь? А, ты пистолетики? Пошли еще дальше пройдем. Так, идем дальше. Круги для двоих? Ну, давай зайдем, давай. Вот тут как красиво, да? А тут раньше слоник был, уже слоника нет. А одна лягушка лежит и ничего нам не говорит, да? Да. Пойдем дальше, сынок. Идем с рынка. Купили арбуз. И он такой тяжелый. На самом деле мы не тяжелый купили, но нести его тяжело. Я думаю, как люди ходят за покупками без машины. Вот, вот короче, тащим с Афони. А чего тебе невозможно? Прекрасно. Ветерок. Антоха обиделся, что мы его не взяли на рынок. Купили упаковку носков Сержуне. Кто бы мог подумать, что я себе куплю в Ейске ленточки. Купила вот таких вот 5 ведерок. Хочу в них поставить пряники на 1 сентября. И здесь ленточки всякие разные. Розовые. Так, золотая. Еще тонкая розовая. Фиолетовая. Еще тонкая такая розовая. Зеленая. Когда такой травянистый цвет, у нас лично вообще не найти тонкая особенно. И голубенькая. Давай, сейчас я наберу. Не надо только здесь. Слышишь меня? Не надо. Мы на улицу идем. Теперь близко. Да? Да. Мам, я хочу на море. На море? Ну, сейчас поедем. Значит, соберемся, поедем. Буду стоять. Хорошо. Угу. Пошли сюда, проходи.
Ты можешь даже рисовать, да? Да нет, тебе же надо покачать ее. Ну и что, не закончилось? Вот сюда пошли в тенечек. На тебя? Только в людей нельзя, хорошо? Афоня, покажи, что случилось с нашим пистолетом. Покажи, покажи. Ну, минут 10, наверное, прошло. Ну, вытяни эту штуку. Эта штука отломалась. Афоня расстроился, да, сынок? Ну, ничего страшного, там же были еще пистолеты, еще купим, да? Но я так ее больше не буду. Да? Хорошо. Это значит, они некачественные, да? Mm-hmm. Еще даже воду не достреляли, просто набрали полную штуку, даже не достреляли, а пестик уже сломался. Ну да. Вообще, зачем их подают, если они ломаются? Да вот сюда прямо пошли. Зачем их вообще подают, если они ломаются? Да? Сынок, ты поспать хочешь? Там уже, кстати, кто-то вышел в футбол играть. А? Ты не хочешь? Я башка больше. Да? Но ты не поедешь на море. Уже никто не играет, да? Там мальчик же какой-то играл, когда мы с тобой. Но уже не играет. Да? Да. Сижу вот теперь, жду, сама поспала. Жду, когда пацаны проснутся и пойдем в парк. Их тоже уложили, они не хотели вообще. Афоника-то вообще кричал до последнего, что уже идем в парк, не поспав. Но сегодня, в общем, у нас парк, завтра, надеюсь, поедем на море. Никак сама не могу проснуться. Сейчас поспят, и мы в парк. Там уже кто-то в футбол играет. Пока наши спят. И Гришка на улице. Все, давай, я тогда скажу тебе, когда заходить, хорошо? Гляньте, это кнопка на место, на окне с подушечкой. Сейчас Гришка где-то должен выйти. Интересно, он с кем-то познакомится. Пошел. Ой, и дедушка как раз приехал. Ура! Дедушка! Майя, ты мои хорошие. А я тоже это захожу, вижу. Мы сейчас в парк идем. Сейчас в парк. Вы сами идете? Да не, я только приехал.